Приветствую вас на канале Timelapse Game. Продолжим игру. Нам осталось захватить район рыбы, установить там фильтры. У меня как раз два набора осталось. И сейчас у меня еще в руках 4 реактора, которые тоже нужно установить. Это нижний ряд. Толка от этого, конечно, особо нету. Почему у меня осталось 3? Хотя у меня вроде было 4. Ну да ладно. Переработаем их. И все. Пойдем искать, куда установить фильтр. Это у нас 3-й или 4-й этаж. То есть 3-й, 4-й или 5-й этаж. Все остальные районы скоро уже обеззаразятся. Вколем лекарство. И начинаем пробираться к лифту. Лифт у нас находится слева сверху. Слева и вверх. Начнем с 3-го этажа. И открываем все двери, которые мне попадутся. Я даже не знаю, хватит ли мне лекарства. У меня всего было 4 штуки. Тут врагов как-то многовато. Что-то я забыл, что они плюются. Не заметил врага, который меня ударил. Я вроде урона не нанес. А где ты находишься? Он за стеной. Вот заключила. А, нет, вот его зажала диваном в стену, вжала. Тут ничего нету. Попробуем, конечно, не цеплять врагов. Прибегать по возможности. Ой, их слишком много. На один этаж использую уже второй шприц. А, тут, в принципе, больше ничего и нету. Да, идем на 4-й этаж. Это я не проследил за этим. Кроме тут больше дверей нету. Тогда 4-й. Хотя, скорее всего, 5-й этаж. Но проверим. Почти ничего не открыто. Никого нету. Надо как-то успеть закрыть. Ну, ладно. Кого? Чего? Граната опять не туда пущена. Вот, нашел кислород. И, наверное, сразу на 10-й враг. Что за звуки были? Может, шкок он открылся? На 10-й нельзя. У нас не включено электричество на том этаже. Поэтому идем на лестницу. Закончились гранаты. Интересно, эта броня защищает от попаданий таких? Ну, защищает, но они все равно урон проходит. Это может быть скорее всего защитит от переломов и кровотечений, но урон все равно буду получать. Попробуем пробежать. Так, нашел, в принципе, но надо бы отсюда убежать. Закрылись. Аптечку. Немножко полечимся здесь. Перезарядим аккумулятор. Отходь немножко. Зачистим. И все. Была бы граната, было бы проще, но гранаты сейчас кончились. Осталось только их перебить. Пилюльку выпьем от вируса. И почти все. Да. Заменяем фильтр поломанный. И на этом все. Возвращаемся на базу. И остается только ждать, пока пройдет лечение всех районов. А, не туда надо было. А, я лифт еще не нашел, поэтому. Да, по лестнице правильнее. Сейчас на лифт. И на базу. Перепроверю. Ну да, вроде все. Заражение прошло. Красное поле. Я много убил.
врагов. И сейчас только ждать. Там было написано, что нужно вставить все фильтра, дождаться 24 часа, и когда все будут здоровы, то есть когда не будет врагов заражения, то откроется дверь на выход. Поэтому остается только ждать. Отдадим пистолеты в ремонт. Делаем еще гранат. Хотя они мне уже не понадобятся, но на всякий случай. Лекарства. Хоть чуть-чуть, хоть две штучки. Аптечки две есть, обеззараживатели есть. А то вдруг попаду опять какую-то в какую-нибудь пустыню, где сложно будет выжить. Хотя вряд ли. Ну, на всякий случай подготовимся. Идем спать. Можем поесть, попить. И можно спать. Спим по максимуму. Мне еще как минимум ждать 24 часа, пока последняя база, последний район очистится. Скорее всего, придется кататься на поезде. Так будет быстрее. Берем гранаты и лекарства добавим. Поехали в космопорт. Я можно из научного центра в особняк кататься. Там вроде время идет дольше, чтобы загрузки эти не ждать. Я, наверное, покатаюсь в тюрьму и обратно. Скатаюсь в лев район. Может быть, получится попасть в момент, где враги начнут погибать. Хотя я не знаю точное время, сколько там будет еще идти обеззараживание. Или может я уже не успел, пока ехал. Но паутины пока есть в земле. Надо найти кровать в одной комнате. В принципе, там есть враги. Можно посидеть в кресле, как вариант. Оп. Без лекарства даже не подумал, что там есть враги. И мне кажется, чтобы видеть, сколько там в соседней комнате. Ну, кто-то там есть, справа кто-то есть. Что будет происходить? Заберемся в этой комнате. Даже, может быть, тащим туда кресло. А если, может, тут какие-то кровати есть? Туалеты. Вряд ли я что-то найду нормальное. Возьмем кресло. Сядем сюда. Это он громкий. Сюда. Хотя непонятно, сколько это будет длиться. Может, несколько часов. Слетаем пока в соседний район. 40 минут туда, 40 минут обратно. И обратно в район. Я вроде бы не успеваю уже. Жалко не то времени, чтобы увидеть, сколько осталось, или хотя бы кровать рядом. Глобальная инфекция у нас 61%. Все, закончилось у нас. Написано, что заражения нету, но 76% заражения. Видимо, пока и здесь они не умирают. А тут враги есть. Переместимся на другой этаж. Да, она не уменьшается. Проверь, конечно. Сядем в кресло. 76. Пилюльку выпьем. Пойти на 10 этаж. Но пока заражение не уменьшается. Хотя в других районах все погибли. Сразу же. Ну ладно, идем на базу. Видимо, мы не увидим, как погибают враги. Нету такой возможности. Проверим. Летим на базу и смотрим на пациента. Если не будут уменьшаться, то они постепенно умирают. Но мне кажется, что как только я появлюсь на базе, проценты полностью исчезнут, заражение. Нет, уменьшается в пути, но слишком быстро. У меня скорость здесь не меняется, пока я не нажму кнопку. Видимо, такая механика игры. Пока я в том районе, ничего не меняется. Заражение уже почти прошло. 22%. Перекусим и поспим. Хочу побегать по 10 этажу или какому-нибудь без рогов.
Пособирай лут. Просто так, на одном этаже. Может, даже на девятом. Смотрим, на каком этаже неразведанная территория. Ощутить, как это открывать двери, за которыми никого нету. Скину даже все медикаменты сюда. Ключи оставлю. Блоки тоже не нужны. Энергия тоже не нужна. Пойдем на какой-нибудь этаж. Что у нас? Ну, к примеру, на 8-й. Там у меня неразведанная территория. Можно было и пистолеты скинуть. Ну ладно. Собираем ресурсы сразу на переработку. Просто так. На одном этаже. Ну да, непривычно открывать двери. Все равно еще мысли, что там кто-то есть. Более когда трупы лежат. Давайте. Все ящики пустые. Так. Ну все. На этом. Возвращаемся на базу. Да куда-нибудь подальше, наверное. В тюрьму. Нулевой уровень. Заберем то, что скинули, думал. Понаберу тут всякого. Но этаж небольшой. Вон заражением. Почти уже закончили. Думаю, дойдем уже. Два района, наверное, будет чисто. Тут еще нет. Космопорт уже чист. Идем туда. Идем на базу, скидываем весь хлам. И, наверное, через научный центр можно лететь в особняк. Если что, на том поезде покатаемся. Я еще, наверное, сделаю себе длинный меч, чтобы хоть поглядеть на него. Если что, не хватит энергии. То есть ресурсов. Ресурсов достаточно. Все остальное я вроде себе уже делал. Заглянуть на это. Ничего. Да, остался только меч. Ну, давайте лекарства. А, нет, лекарства я уже тоже не сделаю. Забыл переработать морковь, поэтому ресурсов сейчас нету. Возьмем себе еды и воды. Что у нас тут больше? Жареная говядина. Переработаем все, что есть в рюкзаках. Еды и прочую ерунду. Я бы эти сделал маленький. Пару штучек. Идем в туалет. И снова спим. Это производство меча. Меч готов. Где с мечом бегать? Все, идем в научный центр. У нас сверху слева. Особняк почти чист. Район рыбы еще на несколько часов будет очищаться. И нас покатаемся на поезде подольше. Хотя, может, два раза хватит. PS3 туда, обратно на базу и снова в особняк. Особняк к этому времени точно уже будет чист. А район посмотрим. Сейчас 9:30 по местному времени. То время не показывает, сколько он будет ехать. 3.5 часа примерно в пути находится. Катаемся. Мне вроде как, кроме обезвреживания, ничего не нужно сделать. Там только, ну и энергию подать на все объекты. Они вроде у меня все есть. Все заряжены. Все подключены. Надеюсь, последний раз, хотя вряд ли. Если что, там поспим пару часов в особняке. Ну, осталось немножко. Спокойно можно спать. Дожидаться. Там справа. Вот и кровати есть большие. Будем спать тут. Чего-то он тут спит медленнее, чем на базе. Ну, видимо, из-за того, что это вражеская территория. И на ней нельзя спать. Но это очень долго будет. Хотя, хватило. 85%. Заражение.
Мне вот еще интересно, зачем в месте выхода стоит панель для сохранения игры. Можно попить. Сохранимся здесь. Попробуем включить. Она не работает. Заражение уходит постепенно. Может, они идут от этажа к этажу. А то, то стояла эта отметка на 85, сейчас стала на 49. Он еще и в туре захотел. Надо возвращаться обратно. Ну, хотя, скорее всего, если он не сходит в туалет, произойдет скачок по заражению, и все. Может, я ничего придумать не могу. И проверять особо неохота. Интересно, куда они ходят в туалет? А вот здесь у него. Как там дела? 36%. Поспим немножко. А, нельзя спать. 35%. На поезде что ли кататься из этих процентов? 35. А, в стуле же есть, да? Немножко в стуле посижу. Потом поспим. Давайте хоть до пол 12. Потом если что, в стуле посидим. 20%. В кресле не намного дольше получается. Все, заражение прошло. Во всех районах. Меня тоже уменьшим в крови. Хотя, если нету нигде заражения, то откуда оно появляется у меня? Еще раз сохранимся. Переключатель не работает. Почему-то. Надо нажать. Уже активирован. Поищем заметку. Очищение. Порты они будут запитаны до тех пор, пока консоль питания в центральном управлении не получит данные о заражении и образцах маневры. Пока непонятно. Тут только надо ждать 24 часа на сбор данных. Когда загрузка завершится, передатчики прототипа начнут передавать данные. Это займет некоторое время. О, я вот не понимаю, как открыть дверь. О, открылось. Видимо, дождался. О, монстр. Вот его там закрыли. Вместе с разлитым лекарством. И вот он мутировал. Я пока не буду соглашаться. Или согласиться. Я сохранился же там. Попробую сейчас согласиться. Хотя, вряд ли есть смысл. О, у меня скарт. Ой. Че, я так и буду бегать? Ладно, стреляем. Вряд можно так. Суп-суп-суп. Я же сам себя взорву. Нет. Все, у меня кончилась энергия. Зайка делала гранаты. Я проиграл. И, в принципе, не хватает и оружия помощнее. Плазмомет бы мне пригодился. Или не париться с гранатами, а просто в него стрелять. И, в принципе, лечения-то особо нет. Я, конечно, есть возможность сейчас вернуться на базу. Скажем, сейчас нет, не хочу. Ну да, в принципе, без разницы. Пока не будем тратить. Я не вижу где-то. Вот это как это. Еще и лазер у него. Вообще. За ней не успеваю. О! Я его победил, видимо, гранатами. Я почти мертв. Ну, в принципе, справились. Земли ничего нету. Тут есть дверь. Сохранимся, раз уж победили. Оружие подобрать. Где-то оно у меня валяется. И вряд ли тут уже тут будет. Заперли только и... А ну он что-то говорил про жену. Что она что-то командует этим делом. Или он врал. Куда идти? Терминал сохранения. Значит, надо налево сначала. Справа что-то интересное будет. Вот зарядка. Все, да? И зачем мне это все здесь? Что будет справа? Сохранимся здесь. Лестница.
Где нахожусь? Третий этаж. И тут сохранение. Тут сохранимся. Если уж есть сохранение. Чтобы не сохраниться-то. Это улица у нас. О, жена, видимо, да? Ну да. Допустим, да. Поможем ей чем-нибудь. Но по ее словам, она сильнее, чем предыдущий. В итоге мы стали одним из них, развили свое общество на Марсе, загрузим снова сохранение и скажем ей нет. Пустить. Нет. Будешь воевать со мной? Видимо, да. А, тут можно только по дорожкам ходить. Я понимаю. Другие появляются. Зарядка энергии. Подождите, я еще не разобрался. Вон эти дети. Мне в любом случае надо будет идти за оружием, чтобы ее победить. Но это, скорее всего, в следующей серии. Я еще попробую атаковать эти башни. Сейчас я понял, что ходить можно только по дорожкам. Мне еще не нравится, что ее приближение. И есть ли смысл вообще по этим башням бить? А, ну вот одна уже потухла башня. Но если мне надо все эти башни разбить, то это очень долго. Но ее на толку смысла нет убить. Вот они взрываются, когда я по ним попадаю. Просто надо оружие помощнее для этих дел. Возможно, в принципе, справиться с этим. Маневров мне тоже хватает и времени на все это дело. И тем более есть подзарядки постоянные, что позволит тратить много энергии. Так по кругу просто бегать и стрелять. Добавь мне будет лечение. Я смогу лечиться. Но это, наверное, в следующей серии. Ну, скорее всего, да, надо добрать уже до конца. Все, спасибо за просмотр. Поддержите канал, поставьте лайк. До свидания.